Привет, друзья, это Таран. Вы знаете, чуваки из Сарамоника посмотрели, как я муздыхаюсь со звуком в Дискорде. Судя по всему, там кто-то из них все-таки сидит, да, в Дискорде у нас? Кто-то есть. Признавайтесь, кто сидит в Дискорде и кто, блин, видит мои страдания и мучения, связанные со звуком, как связываться с людьми, что им говорить и как вообще, что вот это. Мне написали, говорит, сейчас мы тебе зашлем гарнитуру, но ты сразу не пугайся. Это игровая гарнитура, в принципе, сделанная для телефонов, но, по заверениям товарищей, вполне себе подходит и для общения в, правильно, компьютере. То есть, если ты хочешь чего-то легкое, что-то беспроводное, с большим временем автономности, чувак. И самое главное, это Bluetooth-затычка с вынесенным микрофоном, созданная именно для общения в сети во время игр. Но в моем случае, естественно, это будут не игры. Но в моем случае я монтирую и сижу, общаюсь с чуваками в Дискорде, сижу, общаюсь с подписчиками в Ютубе. Ну, в общем, давайте и посмотрим, что это за звери такие, и попробуем их подключить к компьютеру и записать что-нибудь. Ну что, и давайте посмотрим. Давайте посмотрим и послушаем, как они звучат. А самое обидное и самое печальное, то, что я не могу показать вам, как они звучат. Ну серьезно, ну куда я должен засунуть эти наушники, чтобы вы примерно поняли качество звука, допустим, да, вот классических затычек. Но это все-таки затычки. И давайте распечатаем. Ну, во-первых, вы знаете, честно, у Сарамоника, как всегда, упаковка, мое почтение, она прям вот на уровне, каких-то брендов японских, да, не буду сейчас называть конкретно бренды, но качество бумаги, качество полиграфии, вот вся вот эта вот, ну вот какие-то мелочи, какие-то детальки, понимаете, ты отдаешь деньги, и ты понимаешь, что это, ну, это круто. Во-вторых, они красненькие, как вы уже поняли, настроение у нас сегодня красненькое. Я оделся тинейджером. Коробочка прям вот, мое почтение. Ну, посмотрите, это дорогой плотный картон с шикарнейшей полиграфией. Никаких косяков, ничего абсолютно. Ну, просто вот, мое почтение. Открываешь эту коробку. Здесь еще одна коробка с магнитом. Из шикардосного картона, посмотрите. Ну вот так упаковываются какие-то дорогие французские духи. Ну посмотрите, я не знаю, даже более какие-то именитые производители звука, наверное, не придают такого значения своим товарам. У Сарамоника в этом плане, вот, прям мое почтение. Чего, кстати, не скажешь об их девятках. Помните, их девятки лежали в простых картонных бумажках. Здесь, конечно же, уже все сильно норм. И причем, они выглядят как бриллианты, друзья. Посмотрите. Это бриллианты, посмотрите. Нет, оно, кстати, немножко похоже такое на BDSM-клоуна, да, это такие грустные глазки и какой-нибудь садомазо-кляп у него во рту. Ну, как бы, первое ощущение, когда ты открываешь коробку, ну, блин, камон. Слушайте, это вот можно подарить парню, да, если у тебя парень геймер. Не, ну, давай, допустим, если ты девушка, ну, или парень, твой парень геймер. Или у тебя стремительно взрослеющий подросток сын, который рубится постоянно в комп и постоянно клянчит какую-то гарнитуру, да, для игр. То есть вот это идеальный вариант. Я думаю, вот на Новый год, на день рождения это будет идеальный подарок. На 8 марта, на 23 февраля, тем более такой патриотический красный, будем так говорить, цвет. Прям, мое почтение. Вот, ну, в общем, вот такая вот штука. У нас кейс. Причем, смотрите, кейс открывается, и он сразу начинает светиться. То есть, как в лучших традициях любых игровых девайсов, это угловатый такой дизайн. Такое все. И самое главное, красный цвет. Мое почтение. Люблю красный. Красный заставляет мой кишечник работать. И вот так вот выглядят вот эти вот малыши. Ну, просто вот малыши, смотрите. Ой, какая красота. Прикинь, ты так подходишь к своему парню, да, такой, хоба. Только сначала надо спросить ему, а ты правда колорист? И такой, делаешь ему подарок. Какая красота, да? Так, и посмотрим, что у нас тут. Это грустный клоун, который плачет, а у него глаза и рот. USB Type-C. Во, первый раз чехол. Вау, какой он клевый, посмотрите. Это такая штука, сделана под алькантару. Она очень плотная и она магнитная.
кладешь все это дело и таскаешь это все с собой. Ну и тут куча-куча всякой гарантийной фигни, которую никто никогда не смотрит. Единственное, что нам нужно будет посмотреть вот в этом вот во всем, это то именно, как они подключаются к нашим девайсам. И самое главное, Saramonic теперь, как любое, любой производитель нормальный, да, он делает наклеечки. Теперь я иду в Bluetooth, добавление устройства Bluetooth, и у нас здесь же добавить Bluetooth или другое устройство, мыши, клавиатуры. Все, что нам нужно сделать, это дотронуться до вот этих вот усиков, это тач-панели, которые управляют этими наушниками. И такой своеобразный азиатский голос с английским акцентом тебе скажет, что power on, и если ты продолжаешь их держать, она начинает говорить pairing. И вот, вот здесь мы начинаем добавлять устройство, то есть мы в нашем компе ищем, вот они сразу же здесь появились, Saramonic BH60, подписано звук, выполняется под подключение. Connected. Она сказала connected. Okay. Обнаружено новое аудиоустройство. Приложение Discord обнаружило новое устройство ввода звука Saramonic BA60 hands-free AG Audio. AG. Это, наверное, на китайском Original Gangster. Это не OG, а AG. Эй, Gangster. Эй, AG Master. Эй, Гарик. А, Гарик Аудио, да, это же точно. Мы меняем, короче, эту всю тему. Заходим в настройки Дискорда, заходим в голос видео. Устройство вывода выставляем, головной телефон Saramonic, Saramonic BH60. И головной телефон, давайте проверим. Вот, все, я сейчас себя слышу. И поскольку Discord у нас это моноканальный такой-то, будем так говорить, вывод, то есть все, все звуки, которые идут из Discord, они все в одном канале, соответственно, в правом, да? Поэтому мы сейчас начнем общаться именно в правое ухо. Я думаю, что левое ухо мы вполне себе можем убрать, снять. И давайте попробуем дозвониться до кого-нибудь. Так, привет. Привет. Привет, Баха, как меня слышно? В чем здесь прикол? То есть сейчас я могу свернуть чат и продолжать оставаться на голосовом канале непосредственно в Дискорде. Плюс, если я играю, я могу эти наушники подключить к... Правильно, к ОБС. Для чего? Правильно, для того, чтобы вы меня слышали. А я слышал, например, чат, с которым я общаюсь именно во время какой-то коллективной игры и прочих всяких вещей. В общем, вот для этого нужны эти наушники. И самое, что интересное, я вам скажу, он очень легкий. Он практически не ощущается в ухе, с той лишь разницей, что, как и любая затычка, она создает внутри уха некое давление. Да? Говорить вот в таких ситуациях, ну... Не то чтобы сложно или неприятно, но это вызывает поначалу некий дискомфорт, но потом со временем ты начинаешь забывать об этом, да, и ты понимаешь, что вот то звуковое давление, которое создается твоими голосовыми связками вовнутрь уха, это вполне себе нормальное явление, и ты вскоре об этом забываешь, и ты начинаешь наслаждаться непосредственно общением уже с друзьями. Ну и давайте, наверное, я выйду. Все, чуваки, всем пока. Я выхожу из Дискорда. Отключаемся и давайте, наверное, попробуем послушать музыку непосредственно с этих наушников и попытаемся спарить эту штуку с телефоном. Добавить устройство. Нажимаем, держим. Power on, но надо продолжать держать. Connected. Saramonic BA60. Активно. Уровень заряда 60%. Подключение с целью звонки. Профиль A. 2DP. Теперь мы попытаемся заслушать, что мы тут вот. Звук изумительный, чуваки. Я все напутал. Короче, тут такое дело, смотрите, как только ты подключаешь наушники, наушники по умолчанию работают в игровом так называемом режиме, то есть это режим низкой задержки.
низкой задержки. Вот, режим, когда у вас звук совпадает с тем, что вы видите на экране. Я думаю, это очень важно будет для игроков, которые играют в телефоне, для игроков, которые играют на компе, там, на приставке, где угодно, потому что сейчас наушники можно подключить куда угодно. Естественно, в режиме низкой задержки звук такой себе, ну, то есть, вполне такая себе вата. Вот оно что-то играет такое, непонятно. Я такой, если честно, уже расстроился, думаю, блин, да какого черта? Такая упаковка, такая коробка, такой картон. Чуваки так хорошо ко мне относятся из Сарамоника. Блин, ну что за фуфел сделали? Естественно, я поступил неподобающим для любого русского образом. Я открыл инструкции, прочитал, в чем дело. Короче, у наушников есть два режима работы. То есть, три раза тапаешь по наушнику, загораются синие стрелки. Это режим низкой задержки. То есть, это игровой режим, в котором, собственно говоря, звук, он вам, в принципе, и не нужен там хороший для просмотра, для прослушивания музыки. Но как только ты три раза тапаешь снова по уху, эти штуки, блин, играют как какие-то хорошие уши за какие-то баснословные деньги. Работает режим 360, действительно есть некая задержка, плавающая по башке, вот так из одного уха в другое. Блин, прям Сарамоник, мое почтение. Если ты хочешь общаться, играть, и при этом у тебя не висело ничего на голове, чтобы заставляло тебе потеть, там, неудобство, провода, еще какая-то херня, это просто идеальный вариант. Вы знаете, я не буду сейчас делать тесты записи, как там чувак меня слышит на другом конце, это не имеет никакого значения, потому что для любого игрока значение имеет лишь время отклика и то, что слышит он. То, что слышу я сейчас с телефона, с компьютера, это просто потрясающая фигня, чуваки. Я оставляю эту штуку себе, и теперь я буду с вами в Дискорде общаться непосредственно через вот эти штучки. Мало того, я завтра их возьму на тренировку в спортзал, я попробую в них послушать музыку, потренироваться. Я их сравню со своими более дорогими какими-то аналогами, потому что те уши-затычки, которыми я пользуюсь на тренировках, они стоят сильно дороже, вот прям сильно дороже, чем вот эти, но по звуку вот прям мое почтение. Если это правда, что они будут работать 7 часов в режиме записи либо прослушивания музыки, то прям Сарамоник, вы прям вот мое почтение. И естественно, этот видос не предназначен для аудиофилов, которые считают каждые герцы частоты и хотят услышать, как Марайя Керри в припеве глотает слюнки своим волшебным ротиком. Короче, пока, ставьте лайки, подписывайтесь. Сарамоник, геймоник, все. Теперь в Дискорде будет все норм. У Вакса Тайлора вышел новый альбом. Все, пока.